На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Коротко о главном. Мы помним. 8 августа на Театральной площади города Сухум прошла траурная акция «Свеча памяти». Новый председатель СГБ Дмитрий Кучуберия и история рекордсмена. Как это было? Архивные кадры 1998 года. Эксклюзив Абаза ТВ. Полный спектр услуг и комфортная атмосфера. Амобайл обновил офис продаж в Гале. Начнем с внешней политики. Киевский режим при молчании своих западных кураторов в очередной раз показал свою бесчеловечность и жестокость, совершая удары по мирным жителям и гражданским объектам. Так, в МИД Абхазии прокомментировали события последних дней в Курской области России. Террористические вылазки украинских неонацистов против мирных граждан являются не только нарушением норм международного права, но и попранием общечеловеческих ценностей. Уверены, это преступление не останется безнаказанным, заявляет МИД Республики. МИД выражает соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления раненым. Россия – это особое направление во внешней политике Абхазии, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абхазии Сергей Шамба. В концепции внешней политики республики среди основных направлений внешней политики на первом месте указано укрепление и развитие взаимовыгодных союзнических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Мы поддерживаем Россию в это сложное время, отметил Шамба. Он напомнил о том, что Абхазия поддержала решение своего стратегического союзника в вопросе проведения специальной военной операции. Мы признали независимость Донецкой и Луганской народных республик, а затем поддержали их принятие, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. В СВО наши граждане плечом к плечу сражаются с российскими военнослужащими. К сожалению, среди наших добровольцев есть погибшие, сказал Шамба и подчеркнул, что по мере своих возможностей Абхазия оказывает гуманитарную помощь новым регионам России. Грузия должна признать существующие реалии и отменить закон об оккупированных территориях, сказал министр иностранных дел Сергей Шамба в интервью РИА Новости. Использование этого термина по отношению к нашей стране мы категорически неприемлем, отметил Шамба. Что касается возможного возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал, то, по словам Шамба, он бездействует с 2018 года из-за неконструктивной позиции грузинских участников. Абхазо-юго-осетинские и абхазо-приднестровские отношения обсудили на встрече глава МИД Абхазии Сергей Шамба, посол Южной Осетии в республике Олег Бациев и глава официального представительства Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба. Стороны рассмотрели дальнейшие шаги для развития и укрепления межгосударственных отношений. А вечером 8 августа на Театральной площади города Сухум прошла траурная акция «Свеча памяти», посвященная 16-й годовщине агрессии Грузии в Южной Осетии. В ходе церемонии была отдана символическая дань памяти пострадавшим в конфликте. Подробнее в репортаже Нестора Эйнапшпа. 8 августа 2008-го. Ночь. В 3 часа 30 минут без объявления войны столица Южной Осетии подвергается массированному обстрелу реактивными установками «Град». Так начался конфликт, позже получивший название «Пятидневная война». Спустя несколько дней попытка возвращения мятежной республики в состав Грузии закончится столкновением с российскими войсками, а позже – глобальными изменениями в жизни Абхазии и Южной Осетии. Именно этим событиям посвящена церемония «Свеча памяти», прошедшая в городе Сухум. Сегодня мы в 16-й раз отмечаем скорбную дату начала грузинской вооруженной агрессии против Цхинвала и всей Южной Осетии как страны в целом. Именно 08 числа, 08 месяца, 08 года головорезы, иначе не назовешь, ведомые безумным Мишико, покрыли несмываемым позором и грузинские знамена, и всех граждан Грузии, напав на мирный спящий Цхинвал. Помним мы о том, что первыми жертвами той бойни стали российские миротворцы. Вечная слава защитникам свободы и независимости Абхазии и Южной Осетии. Вечная память павшим героям.
Результаты конфликта в августе 2008 года стали причиной признания независимости двух республик правительством Российской Федерации. Благодаря полученному статусу, Абхазия и Южная Осетия обрели возможность продвижения на международной арене и гарант собственной безопасности. Август 2008 года разделил жизнь жителей республики на «до» и «после». «До» наша жизнь протекала в условиях перманентных войн и напряженности, когда людей не покидало чувство ожидаемой смерти. А «после», когда благодаря Великой России мы были спасены, а 26 августа 2008 года признаны тем же спасителем России, и наш народ обрел независимость и свободу. Поэтому сохранение памяти о данных событиях, о мирных жителях и солдатах миротворческих сил, отдавших свои жизни в той войне, навсегда останется долгом для граждан Абхазии и Южной Осетии. В ходе мероприятия прошло символическое зажжение свечей в их честь. Была показана краткая хроника боевых действий. Самоотверженность и мужество юго-осетинского народа, своевременная реакция миротворческого контингента и решительность руководства Российской Федерации, применившего военную силу для принуждения Грузии к миру, позволили спасти Республику Южная Осетия от уничтожения. Абхазский народ вместе с юго-осетинским народом разделяет и хранит память о погибших в ходе боевых действий. Республика Абхазия вместе с Республикой Южная Осетия выражает благодарность Российской Федерации за всемирную поддержку наших народов в это трудное время. Мероприятие завершилось небольшим концертом. Подобные памятные акции проводятся на территории республики уже несколько лет. Нестор Иновшба, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. Максим Гвинджи и Даур Кови назначены послами по особым поручениям МИД Абхазии. Максим Гвинджи с 1999 года работал в Министерстве иностранных дел в разных должностях. С 2010 по 2011 годы занимал пост главы МИД Абхазии. С 2021 года помощник президента по международным делам. С 2022 проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ. Даур Кови с 2005 по 2010 годы работал в МИД Абхазии в разных должностях. В 2010-2011 году начальник аппарата Кабмина. С 2016 по 2021 годы глава МИД Абхазии. С апреля 2022 министр культуры Абхазии. В настоящее время заместитель главы администрации Галского района. Печальная весть. Лаша Ашуба выразил соболезнования родным и близким по случаю смерти депутата парламента второго созыва Юрия Квиквискири. В соболезновании спикера, в частности, говорится: «Парламент Абхазии выражает глубокие соболезнования родным и близким ушедшего на 87-м году жизни Юрия Владимировича Квиквискири, государственного и общественного деятеля, депутата Народного собрания второго созыва. Юрий Владимирович пользовался большим уважением избирателей и коллег-депутатов, всегда отличался патриотизмом и своей твердой позицией по вопросам, обсуждавшимся в парламенте». Конец цитаты. В нашем эфире после выпуска новостей смотрите интервью Юрия Квиквискири из архива Абаза ТВ. Продолжаем выпуск. Министр внутренних дел Роберт Кьют провел выездные совещания в Галском и Тукварчалском районах. Подробности в материале пресс-службы МВД. Генерал-майор милиции, личный состав ОТ по Галскому району находится при исполнении служебного... В рамках отчетно-плановых совещаний по деятельности районных органов внутренних дел министр Роберт Кьют провел совещание в ОВД по Галскому району. В совещании принял участие заместитель министра Беслан Чкадуа. О результатах служебной деятельности территориального подразделения доложил исполняющий обязанности начальника Аслан Чеди. Разрешите зачитать отчет за 7 месяцев по итогу. Около 7 месяцев до 4 года у нас зарегистрировано 29 преступлений, из которых все 29 преступлений были раскрыты на 100%. Так как за аналогичный период было зарегистрировано 30 преступлений, из которых было раскрыто 25.
что составило 83,3 раскрываемости. Из числа зарегистрированных преступлений тяжких 6, из которых раскрыто все 6. На 100% раскрыто. Тогда как за аналогичный период прошлого года зарегистрировано было 9 преступлений, из которых было раскрыто 4 преступления, что составило 44,4% раскрываемости. Как доложил ЧЕДИ, особое внимание уделялось обеспечению безопасности на автодорогах обслуживаемого района. УГАИ совместно с другими службами МВД проводятся рейдовые профилактические мероприятия на посту ГАИ «Канал» и в городе Гал, а также в других городах и районах Абхазии. За 7 месяцев до 2004 года было выявлено 1685 нарушений ПДД. Так как управление в нетрезвом состоянии 33, без водительского удостоверения 64, без госномера 5, управление тонированными стеклами 31, пересечение сплошной линии и по проезд под красный свет 129. Лишены водительских удостоверений 19 человек. За отчетный период 2024 года зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего ранено 7 человек, погибших нет. В 2023 году имели место 5 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Министр внутренних дел отметил значительное снижение числа преступлений в районе в последние годы. Генерал-майор Кьют подчеркнул колоссальную разницу в цифрах, согласно имеющейся статистики. Ну, много чего может происходить в районе, особенно в селах. Знаем этот район очень хорошо. Главное, чтобы люди реально доверяли милиции и сообщали о происшествиях. Понятно, что в плане раскрытия и работы, которую вы ведете по направлению раскрытия, я знаю прекрасно. У вас достаточно опыт в этом работе, что у руководителя, у тебя и у тех ребят, которые с тобой находятся. Я это прекрасно вижу, знаю. И ситуация в корне, она поменялась. Но вот это 100%, ну, хорошая цифра. Хорошая очень цифра. Заместитель министра Беслан Чкаду отметил слабую работу ОГАИ района. Он поручил усилить кадровый состав, а также работу в части выявления нетрезвых водителей. Выездное совещание продолжилось в отделе внутренних дел под Корчалскому району. Об общем положении дел доложил начальник УВД Арсен Биджев. Несмотря на существенную нехватку кадров УВД под Корчалскому району, сотрудникам удается сдерживать достигнутый низкий уровень преступности на подведомственных территориях, отметил Биджев. По Корчальскому району было зарегистрировано 5 преступлений уголовного характера, из которых раскрыто 3, что составляет 60%. Что касается тяжких преступлений, за отчетный период 2024 года было зарегистрировано 2. Как отметил начальник РОВД, из совершенных преступлений имели место 3 факта незаконного хранения огнестрельного оружия, культивирования запрещенных по сделыванию на территории Абхазии наркосодержащих растений и 1 разбойное нападение, по которому проводятся следственно-оперативные мероприятия. За аналогичный период 2023 года по Корчалскому району зарегистрировано 2 преступления уголовного характера, из которых было раскрыто 2. Службой ОГАИ УВД под Корчалскому району за 7 месяцев 2024 года было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили телесные травмы незначительной степени тяжести и были доставлены в республиканскую больницу города Корчал. За аналогичный период 2023 года в ОГАИ УВД под Корчалскому району было зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 2 человека получили телесные ранения и были доставлены в медучреждение. Всего выявлено 714 нарушений правил дорожного движения. Министр внутренних дел Роберт Кьют поручил усилить работу в части обеспечения безопасности прибывающих в район туристов. В последние годы туризм в районе активно развивается. Люди едут к вам, открываются новые туристические маршруты. Самое важное в этой связи – обеспечить людям безопасный отдых, резюмировал Роберт Кьют. В связи с назначением Дмитрия Кучубери на пост председателя СГБ Абхазии в сети интернет появилась информация о том, что он попал в книгу рекордов Гиннесса в 13 лет, подтянувшись на одной руке 32 раза. Рекорд был установлен в 1999 году в Москве на фестивале рекордсменов в Лужниках. Заявку на участие оформляли годом ранее, в 1998 в санатории МВО. 12-летний Дмитрий Кучубери в присутствии свидетелей и съемочной группы НТВ подтянулся на одной руке 27 раз, а на другой 26. Вашему вниманию кадры из личного архива журналиста Руслана Хаши, который в тот период работал специальным корреспондентом НТВ в Абхазии. Один человек, судья, там стоит, с той стороны. Не буду я себе мешать, обойду тебя лучше.
Фотограф налево, 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 там камера сзади снимает. И вообще не надо. Туда, туда идите. Готовы? Да, готовы? Вот камера здесь. Готовы, начали? Да, пишем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Готовы оператор? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ура! Отец со мной занимался с годика. Я тренировался и вот до сих пор делал. Одной рукой потом подтянулся. Твоя мечта в жизни? Завоевать пояс, профессиональный пояс по боксу, чемпион. Ты занимаешься боксом? Да. А зачем тогда тебе подтягиваться? Потому что хотел, чтобы в Абхазии было такое имя. Из Абхазии, чтобы было. Занесено в красную, в книгу Гиннесса. Этот мальчик, я его знаю второй год, он ко мне пришел на бокс, отец долго сомневался, на какой вид его повести, то на борьбу хотел, то еще, потом привели ко мне. Он очень быстро добился успехов, первый год, второй год уже он выиграл два международных турнира в этом году, дважды республику Абхазию выиграл, и в будущем стремится стать чемпионом мира по боксу, он так стремится. А то, что вы сейчас видели, это заслуга отца и его самого. Вот стремление такое, такой характер имеет мальчик. Решением Сухумского собрания 8 августа потребители, установившие приборы учета, будут платить за водоснабжение и водоотведение 4 рубля за 1 кубометр воды в месяц, не установившие приборы – 10 рублей, государственные органы и бюджетные учреждения – 70 рублей, промышленные, хозрасчетные и коммерческие организации – 100 рублей, предприятия, организации и учреждения, не подведомственные правительству республики, 210 рублей. Вопрос установления тарифа на полив земельных участков депутатами был отклонен. Кроме того, на заседании Сухумского собрания депутаты отклонили предложение о передаче дома «Даля» в республиканскую собственность. Исторический объект находится на балансе Министерства культуры, но и являлся жилым домом. После военный период квартиры перешли в собственность города. Таким образом, юридически часть здания в республиканской собственности, часть в муниципальной. Полный спектр услуг и комфортная атмосфера. Амобайл обновил офис продаж в Гале. Это абсолютно новое здание с современным и удобным функционалом. Подробности в репортаже наших корреспондентов. В городе Гал состоялось открытие нового офиса продаж «А-Мобайл». На сегодняшний день это самый большой офис продаж компании в республике. За 17 лет своего существования «А-Мобайл» стал новатором во многих направлениях телекоммуникационной отрасли в стране. И это касается в том числе офисов обслуживания. Для «А-Мобайла» Галский район всегда был особо ценен. Особый город. Мы всегда уделяли большое внимание
обслуживанию наших абонентов в этом районе, потому что считаем, что это одни из самых теплых, дружных, гостеприимных людей в этом районе. Поэтому, конечно же, мы очень постарались сделать так, чтобы нашим абонентам в городе Гал было комфортно и было куда приходить в локацию, которая сегодня отремонтирована с учетом тех требований и тех вызовов, которые мы испытываем. В офисе Амобайл клиенты могут приобрести сим-карту, пополнить баланс, получить консультацию по услугам связи, осуществить переводы на карты российских банков, переводы в Узбекистан, Таджикистан и Турцию, оформить страхование ОСАГО, приобрести стильный мерч и не только. У нас сейчас новая концепция офисов, которую мы начали с открытия офиса в городе Сухум, в районе Турбаза. И у нас новый стиль, пространство офиса выглядит совсем иначе, не так, как раньше. И нам кажется, он более комфортный, новый и соответствует трендам и функциональные офисы. Вот. Поэтому вот сегодня мы в таком большом, светлом, красивом офисе, который был расширен специально для нас и наших партнеров. И это самый большой офис в Абхазии, амобайловский. И здесь самый большой ассортимент техника Expert Store в наших офисах представлены. Также в Галском офисе представлен самый большой выбор техники магазина Expert Store, который является партнером Амобайл. Мы работаем с Амобайлом с 1 сентября 2022 года. Это сотрудничество максимально комфортное. Мы поставляем продукцию в филиалы Амобайла. Соответственно, до этого это была в основном мобильная техника и аксессуары. Сейчас же наш ассортимент расширен. Мы очень рады тому, что теперь мы можем сотрудничать в больших масштабах. И, соответственно, это хорошо как и для Амобайла, так и для нас, так и для жителей Гала, так как сегодняшним днем мы предоставляем свою продукцию именно в этом филиале в городе Гал. Новый офис предлагает жителям Гала не только полный спектр услуг Амобайл, но и принципиально новую располагающую атмосферу для посещения. Дизайн помещения выполнен в современном стиле, который отличается лаконичностью форм и функциональностью. Обилие естественного света и гармоничное сочетание минимализма с деревом придает интерьеру теплоту и уют. Над проектом работала молодой дизайнер интерьера Амина Ахуба. Компания Амобайл стремится к постоянному развитию и расширению сети обслуживания клиентов, чтобы обеспечить качество связи и доступность для всех абонентов в любом уголке республики. В этом контексте обновление офиса продаж в городе Гал – важный шаг в реализации этой стратегии. Элеонора Гилаян, Тимур Гогохия, Абаза ТВ. 3 августа в концертном зале Пицунского храма завершился второй международный музыкальный фестиваль. В этом году он прошел с громким успехом. В нем приняли участие 35 солистов из разных стран. Яркость и уникальность мероприятию добавило участие государственной хоровой капеллы Абхазии и вклад художника-организатора Чанба. На фестивале прозвучали 24 инструментальные, вокальные и хоровые композиции в исполнении абхазских и зарубежных артистов. Художественный руководитель и генеральный директор фестиваля, молодой пианист и дирижер Барас Куджба. Thank you.
Видеоотчет с заключительного концерта второго международного музыкального фестиваля в Пицунде смотрите 11 августа в нашем воскресном эфире. Спорт. Завершился 21-й международный шахматный фестиваль «Абхазия Open 2024». В нем приняло участие 130 шахматистов всех возрастов из всех регионов Абхазии, а также гости из России. В турнире А в результате бескомпромиссной борьбы победителем стал мастер фиде Сергей Нефедов, второе место занял мастер фиде Роберт Сафин и третьим стал Вадим Иващенко. Все участники награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами. Фестиваль состоялся при финансовой поддержке Госкомспорта. Представительство Россотрудничества в Абхазии учредило специальные памятные призы. Сейчас о погоде. В выходные дни 10 и 11 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье местами возможен кратковременный дождь с грозой. Атмосферное давление в норме, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 16 до 21, днем от 26 до 31 градуса. Температура морской воды 28 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное, относительная влажность воздуха от 60 до 90%. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи в эфире. Удачных выходных!